служение, и здоровье, и любовь, и еще много-много всего, да? Ну, конечно. Вот есть еще одна притча такая на эту тему. Одной женщине приснился сон, будто приходит она в лавку, а за прилавком сам Господь стоит. Она зарабела, каже: «Господь, это ты? Я. А что у тебя в лавке можно купить? Все можно. Но она тогда: дай мне счастье, здоровье, богатство, любви попридумал». Господь пошел в подсобку, выходя, выносит оттуда коробочку, ну, маленькую, каже: на. Женщина каже: что это все? Это все. А ты что, не знала, что в моем магазине продаются только семена? Что посеешь, как будешь ухаживать, то и вырастет. Взяла на эту коробочку и проснулась. Проснулась, думая, что это мне был такой за сон? Как его разгадать? Как его понять? Глядь, а коробочка-то на столе стоит. Ну, она-то думает, что же мне с ней делать-то? Я уж старая, мне ничего этого не вырастить. Отдам-ка я детям. Они вон какие, глянь, молодые. Им сколько всего нужно. И счастье, и здоровье, и богатство, и любви. Так что, дети мои, знаете вам. Мне в вашем присутствии хочется вручить диплом лауреата Очередного ансамбля «Воля» и благодарность Галине Яковлевне Сысоевой. Ну и, конечно же, памятные подарки авторские с жар-птицей уже другого вида, между прочим, обратите внимание, Карабах.